Ребята, всем доброе утро. Сегодня вместе с вами я бы хотел снять небольшой обзорчик нового фрезера марки Fiolent. Модель фрезера идет MF4100E. Модель у нас идет 2017 года. Я ее раньше никогда не видел. То есть сейчас вместе с вами я бы хотел вскрыть эту коробку, посмотреть комплектацию данного фрезера, посмотреть технические характеристики этой модели, ну и подвести какие-то итоги для себя, стоит ли вообще брать эту модель фрезера. То есть фрезер, область применения данной модели — это фрезерование пазов и канавок, снятие фасок, выполнение декоративных фигур и подгонка краев, ну и также работа по дверным полотнам, резка замков глубиной до 82 мм. То есть среди аналогичных фрезеров данного класса аналогов нет. Особенности эксплуатации этой модели. Это эргономический дизайн изделия, обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт при работе одной рукой. Запас по мощности обеспечивает производительную и безотказную работу у этого фрезера. Фиксация выключателя во включенном положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме. Корпус данного фрезера сделан из алюминиевого сплава, обеспечивающий долговечность изделия и отвод тепла. Дополнительная рукоятка у фрезера обеспечивает надежное удержание электроинструмента, снижает усталость и напряжение в работе. Давайте попробуем эту коробочку вскрыть. Еще раз повторюсь, у Fiolent идет заводская пломба в виде стрейча с логотипом Fiolent. Данный инструмент собирается в России, в Крыму. Гарантия на данную модель идет 3 года. Цанговый патрон у данного фрезера 8 мм, зажимаемый двумя ключами, обеспечивает надежное крепление фрезы. Коробки, как всегда, у них все разбросано, все вываливается из пакетов. Но ничего страшного, сейчас мы разберемся. Вот так вот поставляется данная модель фрезера. Основание действительно у него немножко другое. Площадочка вот эта вот немножко изменена. Литье. Насадка для пылесоса установлена сразу же на этой модели. На 620 модели, кстати, этого нет. Обязательно идет инструкция по эксплуатации на данный фрезер. Гарантийный талон также в паспорте. Да, в комплекте идут у нас направляющие. Две штучки. Набор копировальных втулок идет. 4 штучки. Комплектация фрезера отличается. Вот они. Втулочки. Ограничитель идет в комплекте. Направляющие. Все здесь есть. Зажимчики тоже в комплекте. Гарантия на этот фрезер, повторюсь, еще 3 года. Хотя здесь написано 2. Но на сайте официального производителя указано, что на эту модель фрезера гарантия идет 3 года. Работает безотказно. Давайте попробуем зафиксировать. Фиксация есть. Как и у третьей модельки, мощность фрезера идет 1100 ватт, 11000 оборотов. Здесь они ничего не стали менять, так как фрезер в своем классе достаточно мощный, оборотов у него хватает. Давайте попробуем запустить его. Клавиша зажима
система включения тоже на данном фрезере присутствует. Давайте попробуем. Еще раз хочу, чтобы вы обратили внимание, что у данного фрезера максимальный ход фрезы 82 мм. Подключение пылесоса при помощи патрубка снижает вредное воздействие на организм и дает возможность работать в помещениях, где наличие пыли не допускается. Прокладка из текстолита имеет большой ресурс и позволяет перемещать машину по обработанному материалу с меньшим сопротивлением. Ну и, конечно же, две направляющие повышают удобство при работе с дверными полотнами. Так что, ребята, если ищете надежный, недорогой фрезер, присмотритесь к этой модели. Еще раз напомню вам, модель фрезера MF4-1100E 2017 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем хорошего дня и удачи! И забыл еще сказать, данный фрезер в нашем магазине стоит всего 3400 рублей. Заказывайте, приобретайте. Уверен, что качеством данной продукции останетесь довольными. Всем пока!